ты дислинковал? Так все, все, пошли в гостиную, там ебашься. Мы в 4 танка идем. Дедексиона. А Гевала это кто? Это Скибиди Гевала, да? Да. Мы что, мы в 4 танка идем? Да вряд ли. Могу я место в Питер для этого сразу полное, может быть, ДДшкам доберете. У меня ретрик говно. Не успеться не буду пока что. Что-то люди не заходят нихуя. Никто не знает, есть, короче, на 60 интеллекта такой настой. На хулипалов я видел. Я, блядь, сука, забыл скрин сделать. Это, типа, название посмотреть. Да просто попробуй в интернете поискать. Может будет что-то. Ладно, пох. Нету, да, этих? 5% маны там. Ну ты ни одного, да, нету? Ну. Я пока не могу использовать эту способность.
Сова долбоёб, да? То, что он может ебашить этим ливнем, но его в рекаунте не вижу. А какой ты гиз дал? Блядь, где он вообще? Что за хуйня она? Валентин, это Диксиона? Нет. Нет. Так же. А что у него активация стоит голос? У кого? У Валентина. Это тебе каким-то мешает? Да. Разберите его. Или у тебя не получится на рацию включить? Да, сейчас. Ага, спасибо. Да я что-то думал, мы в этом будем, в гостиной. Да я привык уже сюда закидываться. Угу. Попривык сюда закидывать. Что ты сейчас как планируешь? Посмотреть ДПС, если вдруг сильно мало прям будет, то поменяем, да? А, так, ну если совершенно, ну, совершенно очевидно будет, что человек не подходит, он будет меняться. Только в этих случаях. А Адон есть у кого-то, который палит, кто первый удар по боссу нанес? Как он называется? У меня есть. Да? Ну хорошо. Скажешь, как называется, то скинешь. У меня ДБМ анонсит. А, нет, это Details анонсит. А, ну хорошо.
Так, ребят, тревогнусь. Минутку. Шаман, пинки здесь? Что-то да. Другой дискорд уже линкует. Так, все, самое... кто в дискорде, прожмите нет. Бля, я наш дискорд линковал там. Ничего страшного. А второй шаман, который... Элен... Так, кроме госпожи все здесь. Ну, Линка не в ВП. А что там другой дискорд? Давай, я тут. Что-то я проебался, блядь, с вашим дискордом. В гостевую все ушли, блядь. В итоге все ушли в какой-то другие в гости. Этот самый... А, я у Пинки... Пинки, смотри. Твой щит... Кидаешь... Хуй с ним. Напало кидай на квадрат. И... Волной исцеления хиль... По войду, по кружку. Почаще старайся волну юзать, цепуху поменьше. Второй шаман, который можешь цепуху почаще юзать, и твой щит кинь на ромбик, на вара. Вот частицу не забывай обновлять, на каждом вихре женек на вара. Ну и этот холи прист, по КД крылья на вара даешь. Ну и смотри, тоже все хилы, все 5 хилов, смотрите, сдохнуть первым может вар. Упала, если ревность не будет, он скажет, иди, там тоже особо, сразу полтинник отдашь. Вот. Ну и этот пинг, я на тебя надеюсь, то есть ДК танк говорит, не проеби волной, потому что топал будет чаще двух танков, остальных хилить. Ну и в принципе, если хуево будет, если начнем падать, то у нас и ретрика есть, начнем капли давать. Посмотрим сейчас как будет. Так. На вихре. Первая, третья группа идет налево в луну. Приблизительно в луну. Вторая, четвертая группа идет в метку трусы. Пинки, Holy Light и Друид идут налево. Шаман и Лич идут направо. Меня интересует друид первая группа и друид вторая группа. Меня хорошо слышно? Чтобы в случае чего выдавали иннер. Хорошо. Таргетно. Все, замечательно. Нареста, претендент. Все. Когда будем разбегаться, дайте мастер аур на лед.
И начинаем. Чек на готовность, на бафы, кому чего не хватает, в рейд-чат напишите. Ты два танка ставишь или три? Три танка, будет три танка. Хорошо, заебись тогда. Проверьте, а сами, сами скажете, я угрозу не буду ставить. Так, Наоми, напуливаешь в Войда. А... Маняха, напуливаешь в госпожу. В них не обязательно напуливать, им просто рядом с кружком стоять надо. Да? Все. Так, танки дружненько за ручку пошли, рядышком встали. Че, ты по ДБМ или по голосу посчитаешь? А, да-да-да. 5, 4, 3. Танки пошли. Припоты выпили. Дали поставить им. Все во фреймбоссы. Кроме двух антов, никто не должен быть вне босса. Крипы приготовились. Залили. КП. Разбежались. Дайте мастера аур на лед. Да. Да, вы не забудь, что там есть массакра, если будет у меня. Под боссом не стойте, если пробивает. Прожимайте свои. Тут скрины. Нормально живут. Лучше на танкование отдай, когда будет дальше. Танки приготовить словить. Танки в кружок. Все от лица отошли. Стали за боссом. Друид первая. Пати БР, по ДК отразин, вторая пати. Да, маняха сзади. Шип, сзади шип, парни. РДД развернулись, и милики продолжают бить. Дай массакрус. Вихер, 5 секунд. Разбежались. Вот криво показывает. Первая группа, два ретрика по мульти, киньте свои сальвы по очереди. Давайте спасение. КП, если босс не около тебя, прокастуй гимн на ману, пожалуйста. А, друид первая пати, полечу, выдай инер, пожалуйста. Танки собираемся. Сова за спину. Собираемся. Как все соберутся под босса, дайте геру. РДД по заднему шипу хантера выбили. Сове, куда озарение дать, ты говоришь, что пропустил? Лич, пятая пати. Шаман. Третья группа друид. Вторая группа друид, претендент. Выдай по присту. Приколюшечка. У тебя черевно снайпрок? Я по пятой по лицу выдал. По хантов сзади сыграйтесь, РДД.
Не, у меня не было ревностного еще. Теперь разбежались, ребят. Дайте массейв какой-нибудь. Три секунды ловите. Как все подойдут, дать БР по кресту, пятая пати. Дай мне игру про папа. Президент. Держите, держите, леди. Черевность? Да. Полтинник себе, давай. Да. Алхимист, давай гимна ману. Тотеп ставьте шман. Сейчас будет разбежка. Вихрен, убегайте. Разошлись. Пулевать, у тебя там садок, который сколько тебе? Чё говоришь? Сакра, сколько КД? Мастер аур дайте. 15 секунд там бабл на КД. 15 секунд. Потом уже КД. После вихря я тебя попрошу. Я приготовьтесь ловить. Заспали. Друид, первая пати, если Иннер откатился, дай полечу. Давай, Женек, насыпал. В КД. Не, не ты, хули палка. Mm. Откатился массакра. Давай. Танка. Можешь выдавать. Давай, давай. Никто не разбегается, добиваем босса. Зубы по танку. По войду. Не, не сдохну. Пойдет. Бля, нихуя сложили. Я даже почти по манисе. Так, ну и чё там? По итогу мы смотреть ничего не стали, но я... Раз, два, три, четыре человека, 7000. Ладно, хуй с ним. Тут только 3 человека дали десятку. Да. Мультя, это ты? Вы понимаете, что на мир пало проклятие. Мультя. Что да? Да он. Источник истинной силы. А бринтроль типа можно ролить? Как? Например, если ФДКшка бринтроль может ролить? Хуй знает. Типа он ведь может этот в ПВЕ. Так, этот самый протовар протопал направо, я налево с помощниками. Хилы давайте. Частицу можно воида ебануть. Пускать еду. Кожа, мускулы, кровь, что пульсирует в жилах. Все это говорит о вашем несовершенстве, вашей слабости. Для тех помощников только РДД бью. Милики, если сдохнуть не хотите. Или что, или забагал ступенька. Или их порезали удары, уроны. А там, если они встанет, то он не дамажит. Для нашего господина нет ничего невозможного.
Вот, пока на тебя лутера поставил. Там боевка. Можно сходить покурить по грузовику? Ну, пока трэш бьет, то давай в темпе. У тебя будет буквально 1,5-2 минуты. Окей, спасибо. И кто это? Маньях. Ханс. Беги, беги. Возьми, бери с меня с паладина помощника этого. Он там стоит. Ластник этот. Или вар сейчас заберет, я не знаю. Я другого танка помощника. Все, вар. Все, вар забрал. Как трэш добьете, лок поставь, пожалуйста, шкаф и присумайте, если я не успею долететь к этому моменту. Женем, блядь. Ну чё меня не хитит? Что такое? Хиль? Ой, я хилю, что не хиль? Я удалил, наверное. ХПС с ребра там бросит, не тяните кто. Ну там хлипа на пирамиде. ХПС или ДПС? ХПС. Я не могу. Там хлипал 2,5 места. Второе место лям 800 и нет. Да, 2,5. А, ну 2. Ну хорошо. Что-то мы какую-то хуйню сделали. Сейчас все резнутся, и потом уж поуползут. Слышь, Войт, вот 4 куска на холике, получается, когда сдаешь молитву, она вот с проками вылетает, там щиточек, ревьюшка. А когда она дальше прыгает, тоже щиточек, ревьюшку дает? Да, ну вот я не знаю, там то ли шанс какой-то, то ли еще, не знаю. Ну, типа, когда прыгает, тоже, да, типа, кидается этот бафчик? Да. Ну, заебись. Мульта. Там так чисто символический щит, там 2000 ходка слабенькая. Не, ну там, слушай, нормально по рекаунту, там чуть ли не треть урона, смотрю, дает. Да, заебись. Я как-то при Стэна смотрел рекаунт по СРТ. Нормально там прохиливает вполне. Аккуратно босса не согреть. Рыба в центре комнаты. Разбегитесь от нее. Сели, покушали. Раздали бафы. Я, короче, слева. По группам, грубо говоря, точно так же.
Да там пускай вар, я спекну, я сейчас спекну с ней до ретрика на этом боссе, пусть вар с тобой вдвоем оттанчит. Да, там лучше три танка. Ну ладно. Может, ты лучше верхнего позабираешь, который постоянно слезет. Его гриппать можно, если что. Который сзади? Ну да, который сзади. Давай позабираю. Я просто думаю, блядь, как лучше сделать, чтобы этим... Короче... Вар, ты, короче, справа вот здесь один танчишь. Здесь самое главное, набирай грона фанатики. Ну, этих тоже приверженцев набирай. Гриппать сюда будет Травин, ДКшник. ДКшник, ты тусуешься здесь, слева. Это видно тебе, ДКшник, где ты там? Который... Так, это... Ник, скажи, кто показывает, где. Блядь. Вот ты возле ДК? Меня стоишь, такой. Да. Угу. Вот. Всё. Ты с лестницы петуха гриппаешь в эту сторону. Вот, тут танчит вар. А я с этим... Блять, подожди. Не, давай я буду, короче, гриппать с лестницы к моей госпоже. Вот. Ты на одном набирай, на дальнем фанатике, ближе к боссу, который игру. Я на ближнем к дверям буду на фанатике набирать игру. А здесь просто один вар. Все травен, не парься, я что-то запутался. Я буду сам гриппать с лестницы к моей госпоже моба. Все нормально будет. Ну на пулы тогда, на пулы. Ханты, так как вы АДД будете играть по приверженцам, ну левый и правый приверженцы разделите и напуливайте на ебанька, ебанка приверженцев. Один одного, а другой другого. Только на вара. На нас с палом не надо ничего напуливать, мы сами агро наберем. Ну а как играть там сейчас, это же диксионок. Тут какая пати, где, с какую сторону играть? Все то точно так же. Первая, третья и налево, вторая... А, нет, здесь будет немного по-другому. Так. Смотрите, первая группа слева, вторая группа справа. Танкую Аспер и Демон. Слева Мильта и Дексиона справа. По танкам сами там раскидались. По хилам точно так же, как на первом боссе. Вам не должно быть критично. Нет, не нужно. Здесь, в принципе, и двух танков хватит. И, ребята, всем информация и миликам, и РДД. Убивать надо в первую очередь приверженцев. Потому что если их быстро не убить, они повешают щит, будет отражать всю магию. И им их придется бить только миликам. Это будет очень проблемно. И для миликов только информация. Подъебало фанатикам, не забегайте, там клиф, сдохните. Ну и контроль, сова. Да, претендент. Претендент, на тебе большая ответственность кидать ветра. И танкую за голд. Точно так же хиксуешь. Перед контролем стопнули АОЕ дамаг, чтобы не заклевать. В луже не стоим. Чек на бафы, на готовность. Все, пуляйте. Нет проблем. Как вы смеете ступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой. А трэши свечнулись. Играли приверженцев, забрали. Контроль. Мобы вышли, дали на пулы. Лиду. Лиду контроль, срочно. Да дайте вертерки ему, парень, вы чё? Претендент, это твоя главная задача.
БР не трать пока. Ты ДПСишь? Пускай вон код какой-нибудь. Пускай код ебанет у тебя есть. Лужа, лужа. Контроль, приготовились. Претендент, приготовься. Ветерок дай, я убью сейчас всех подвалей. Так, встаю, поймайте меня. Контроль. 3 секунды. Стопнули АУЕ. Приготовься давать контроль. Страхуйте друида, он долго ветра дает. Хули лайта, не убейте мне хулипала. Ветра. Ветра, хекс. Фир. Я по базу вообще он в бабле, блядь. Промахи по ветрам. Мобы вышли, свич. Контроль 3 секунды. Претендент, выйди в центр. Готовься контролить. Скибите это, еда щиток. Алхимист, выдай, пожалуйста, гимноману. Код выдай из... Озарение по личу выдай. А мне не надо, у меня хумана сейчас будет. Все, отлично тогда. Даже проще, чем на ребре. Милишники, справа моба нужно добить. Приверженца. Мой верный слуга. Контроль, приготовились 5 секунд. Смотри, там может стопнуть почти лям. Не убейте паладину. Лям, лям хп. Трешливый. 500 тысяч. Дайте Геру переводите быстрее. На пулы. Ролик, контроль. Госпожа, забирай, босс. Госпожа, забирай. Секунду забираю. Дай массакру подойти, чтобы ХП не фугурели. Ты не в сил противиться моей воле. Или под следующим. Тут сейчас можешь ебать. Сейчас еще лужа. Я живой тоже отдавал. А, да? Женю, дай массакру.
Это у меня бабл на КД, этот же прожал. А, ну все, а если без бабла нас Миледу смысла нет, да? Так есть макро, чтобы она не дамажила тебя. Алхимик под следующий такой залп. Выдашь гейм на ХП. Не убейте. Мили дух. Мили дух. Ну тут да, уже можно в ДД кому-то. Наверное, вар. А, вара нету. Как мы это бьем, этот трэш, который возле лифта? Да, сразу просто развалим этот трэш. И мы будем париться. Сейчас, все портанитесь сначала, потом в пульну. Квест на тухлопуза и гниломорда. А брать его где в начале? В начале просто не было. Нет, на верхней ярусе. Он после сурфа. А я уже сделал квест этот. Ну все, начинайте бить. Кто не успел, на лестнице поднимется. Комбат пропадет. Либо Войд, либо банка, можете идти дракона агрить. Главное развернуть его. В сторону палаток развернешь его. Пинки и пал, иди к банку. Цели. Разверни его в палатке, все замечательно. Я думаю, что банка понять не могу. Так, первые четверо желающие плюсы пушки. Хила не надо. Он мистер друид. Он друид. Он друид. Не-не, пускай хилит. Надо хила. Короче, я думаю, по два мага побьете. Два улечу, потом уже до конца. Ладно, да. Ты подбежали к крестику. Взяли ранец. Одели его, вытащили на панель.
Так, ребятка, минутку бью. В том корабле помимо мага гайнеров убиваем, которые с пушками, или нет? Зачищайте весь страж, который вы достаете. Дальних залили, ближних залили. Okay. Это не приоритетно, но по возможности заливайте все, что движется. Лишних, которые стоят около колдуна, их трогать не нужно. Мурадина также трогать не нужно. Да, лучше оружейников убивайте. Кстати, а кто-нибудь знает, что будет, если там запинать этого Мурадина, ну или Валенса? У него остается один хп. Дайте поубить. Потом меняешь фракцию, нахуй, и идешь убивать за другую фракцию корабля. И там еще Шем и Волонир падают. Так, ребят, основной момент — перелетать с левой стороны, чтобы никто около танка не летал. Блять, у меня сист есть, нет? Должен быть. Все, я 7 метку ебану. Это звезда для кого? Скидывается. Условная метка, откуда лететь на тот корабль. РДДшником. Для рейда. Ну, для рейда. РДДшником, миликом. Милики. Милики, оставайтесь здесь. Хотите, летите. Она улетит, по-моему, когда корабль вылетит. Ну, я потом поставлю. Надо вот где локовский портал, где крайняя пушка стоит, туда метку ставить. На всякий случай. Так, Войт, на тот корабль ты полетишь? Да, да. Все хорошо. Пинки то же самое, там как на ребре волной и холипал. Ну и хпристер, дру, смотрите за звездой, за танком. Так. Мне нужно перелетать банка, или мне отсюда? Банка, лич, госпожа. Отсюда будешь. Банка, тебе чего не хватает? Тут. Я хотел спросить. Сидим, не танчить на корабле, трэш, да? Угу. Да, банка, оставайся на корабле, на нашем. Банка, госпожа, остается на нашем корабле. Войт летит. Войт танчит Мурадина. Еще раз чек. После кораблей я дам перекур. И смотрю то, что многие хотят. Давай лучше после сурфанга. Да после сурка уже давай убьем следующий квартал. Ну, чтобы люди не нервничали, чтобы у них там могло отдохнуло, чтобы они свои циферки спокойно выдали. После кораблей спокойно идем. Перепроверьте свои гоблинские ускорители. Я думаю, вы это в курсе, да, то, что рюкзак замедляет его в атаку. Похуй вообще. Все отлично. Закиньте сразу кулак пушкам. Скорее всего, здесь это не работает, но можете закинуть. Кин? Но даже если это не работает, типа, это ж не точно. РДД, видите залп, лужа под вами, отошли. Танк перелетел. Так. Мама. Все, рейд перелетайте. Колдун. Остаемся здесь, заливаем до следующего колдуна. Следующего колдуна залили, перелетели. У вас там этот возвышенное общение? У кого? Ну вот у Вайда с Мурадиной.
По высокому да, общают. Да, да. Пиздим, как это, как Джек Воробей с этим. С Дэви Джонсом, нахуй. На шпагах ебашимся. Ну, в третьей части, помните, да? Так, ребят, перелетайте. Все, съебывайте оттуда. Сейчас я улечу, будет убивать вас. Летайте. Я хуею. И куда Вров полетел? Да куда-то в текстуру, там, в парус, нахуй. Сейчас стаки спадут, полечу еще раз. Танк полетел. Все, рейд за ним. Достаешь, Женек? Также остаемся до следующего. Да и третьего потом убили, сразу перелетели. Да не, не, оставайтесь, оставайтесь. Тут прожимки еще. Ты уверен? Уйдет? Да, да. Ну он тебе сильно прожимает, давай улетай. Да, хей. Как скажу, бабл с массакрой дашь. ВДшники, перелетайте, заморозка 5 секунд. Пушки дайте нам перелететь, потом уже добивайте. Улетели, да? Войт, улетай. А чё там? Все, добили уже. Ты могу вообще не улетать, серьезно. Так я там и остался. Ну, в смысле, первый раз тоже не улетал. Не, там жестче, там маги проебали. Ну, ну, может быть, ладно. Третий маг еще ладно, а там, я не уверен. В хилах немножко. Бля, ну, хуйня, ну ладно. Ну ты один хил, там еще шам. Сейчас посмотрю, как получилось время. Бля, сейчас после завтра поищу маску на теле. Ну, друид, это шаман почему-то мало их хилил. Не знаю зачем. Я вот не могу понять. Я второе КД иду, я не вижу ни одного ДС. Вот друид молодец. Хуёвые сокеты, ну красавчик. Какой шаман хуёво хилил, тут два хиля. Не, не хуёвый, я говорю, почему-то волну большую не юзал. Который пинг я просил волну большую, он малую юзал. А другой шаман, которого не просил, он волну юзал. Ну он хулилает. Друид на втором месте, пинки с малой волной на третьем и на четвертом с большой волной, этот самый. Так, вот он, дебембрик. Перекурите, воды попейте. Че выпало, там, кстати? А, вон. Тренька, ботинки духовые еще что-то. Тренька хиловская. Но холи прист это хуйня, да, вроде? Так, я пока релогаюсь, чтобы время... Явно это у меня на иске, явно там. Хуйня полная. Да, это бесполезно, тренинг. Коли приступ, утешение, глаз, груля, блин. Ну, а что, для друида вроде это неплохая тренинга для эрдру? Ну, вот, которая здесь падает. Глаз, груля, то, что сейчас апнули. Можете пообсуждать, только без ругани. Да, более-менее. Да, ебанка, ты первый раз будешь танчить?
Да, все стандартно. На тебе руна крови кончается, я смотрю. Точнее, на мне кончается, я смотрю на тебя кидается, забираю с тебя. То же самое. На тебе кончается, смотришь на меня кидается, забираешь с меня. Все просто. То есть без такой хуйни, что на одном кровь, а другой танчит. Мы танчим по очереди. В конце, когда 30% хп босса перевалит, начнем проживать. У тебя, кстати, 4Т4 есть? Не, нету, да? 4Т4 важная хуйня. Ладно, пойду покурю.